Привет всем подписчикам компании «Уральская усадьба». У нас сегодня будет делать нестандартную работу. Будем заменять торцы на теплице не нашего производства. Теплица компании «Воля», называется «Стрелка». Теплица собрана из оцинкованных профилей полностью. Торцы требуются замены. Здесь вообще не предусмотрено крепление торцов и поликарбоната на них. То есть торец закрепленный в серединке внизу и на дверной стойке, а по периметру с краю вообще торец не закреплен. Он здесь просто держится за счет уплотнительной резинки, которая пришла в негодность. Просто сгнила. Вот эти места вообще никак здесь не закреплены. Будем менять торцы на наши собственного производства, красивые и надежные. Вот сняли старый торец. Будем заводить новый. Собрали торец, правда, еще не обшили, примерили. Вроде все четко. Вроде подходит все. Ну все. По стандартной схеме обошьем. Демонтировали второй торец. Приготовили, тоже сейчас будем обшивать. Этот торец уже готовый. Сейчас ставить будем. Вот все стою. Дальний торец почти готов. Обшили, поставили, установили. Сейчас только осталось вставить двери, обшить, и все будет готово. Ну, отливы и закрепили все полностью. Это уже все готово. Передний основной торец полностью готов. Теплица хоть и не наша, но сделали все по-нашему, по-человечески. Аккуратненькая резинка. Дверь с форточкой еще как полагается у нас. Все красиво, аккуратно. С крючочком, с отливами, с козыречком над дверью. Все четко. Все, закончили замену торцов на теплице «Стрелка», не нашего производства, производства компании «Воля». Конструктив теплицы совсем другой, все из планок профильных оцинкованных. А вот мы поставили, изготовили свой торец из профильной трубы 20 на 20, 20 на 40. Труба тоже оцинкована и полимерно-порошковым способом окрас. То есть тут вставили вовнутрь под планку и закрутили уже со стороны, снаружи. Вот здесь у нас термошайбы и саморезы. Установили отлив, торцевой профиль. Также поставили автомат на форточку. Автомат уже действует, на улице тепло. Ящик. Дверь закрыли. Все, резиновый уплотнитель. Все подошло четко. Такая теплица 8-метровая.
теперь в дальнейшем еще будем устанавливать отлив. И также лицевой торец. Все точно так же. Так что теперь Уральская усадьба занимается заменой торцов на таких теплицах. Потому что заводские их торцы, поликарбонат совсем не держится. Просто его не за что там закрепить. Здесь все так же. Термопривод. Все, подписывайтесь на наш канал, задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Всем пока!